Замер ширины и высоты фотоштор рулонных на 25 валу. Видео интернет-магазине «Желюзник». Друзья, ширина, которую вы будете вводить на сайте в миллиметрах, будет равна ширине полотна ткани. Но учтите, габарит изделия будет больше, так как на этой схеме, и эта же схема будет у вас в карточке товара. Габарит изделия будет больше из-за выступающих по бокам кронштейнов. Ширину обычно снимают с небольшим запасом. Стенд нам не позволяет взять там 10-15 сантиметров, чтобы не было просвета и просматриваемости помещения с улицы. Поэтому мы будем снимать вот где-то посередине вот этой части. И с левой стороны то же самое. Ширина у нас 1350 мм. Высота же снимается по габаритам изделия, то есть верхняя конечная точка, за пределами этой точки изделия не будет, и нижняя конечная точка. В нашем случае это подоконник. Вверху мы просто зацепим рулетку за стенд и опустим до подоконника 1400 мм. Все просто, друзья. Все размеры на нашем сайте вводятся в миллиметрах, не ошибайтесь. Тогда сайт будет считать правильную цену, и мы изготовим правильное изделие. Ничего сложного. Спасибо.